Всем добрый день. Сегодня 21 января 24 год. Приехала на дачу. После метели надо проверить теплицы. Думала, там снегу полно-полно. Ну, вот видите, там с одного боку даже он и обвалился. Я думала, провалится теплица. Столько снега. Но ничего, сейчас пойду чистить. В прошлом видео показывала, что... Ой, сейчас убавлю. Вот так вот сделаю. В прошлом видео показывала, что выносила три ящика по девятке и горшки на черенкование. Ну, не столько хочется черенковать, а просто мне хотелось посмотреть, что насколько они перезимовали, потому что они даже не были забросаны снегом и сидели в холодной теплице. Ну, вот смотрю, вот что-то даже почечки какие-то вот тут вот стали маленечко набухать. Ну, в общем, живые. Так, и вот сейчас мне одна подписчица попросила показать, какие у меня сейчас есть растения на отправку. Ну, вот из этих только трех ящичков могу выбирать, потому что других у меня нет. Все замороженные остальные, и под снегом не могу ничего сказать про остальные. А вот эти, вот Пиксио, посмотрим, какое Пиксио. Ну, вот оно в таком состоянии. Все, даже где-то уже ковыряла. Ну, могу еще раз поковырять, что они зелененькие. Плохо фокусируется. Сейчас ковырнем. Вот зелененькие, видите? Так что здесь у меня Пиксио. Если кому-то надо... Так, здесь у меня краса лескова. Вот корни отсюда торчат, поэтому доставать, думаю, смысла нет. Вот видите, корешочки краса лескова. Так, здесь Colorful Cocktail, половина ящичка. И Early Sensation. Сейчас посмотрим. Такие корешочки. Вот, поэтому на отправку только вот столько сортов. Colorful Cocktail, Early Sensation, Краса Лескова и вот там Пиксио. Посмотрела, уже подсыхает. Поэтому сейчас вот взяла снега и вот так вот буду обкладывать. Ой, вон сапоги мои валяются. А я в валеночки переобулась. Снега по пояс. Надо будет как-то пробираться до теплицы. Ну вот немножечко такое коротенькое обзорное видео сделала. Пойду снимать снег с теплицы. А вам для информации вот такие растюхи. У нас сегодня 22 градуса. А на дачу приехала 25, потому что около реки очень холодно и морозно. Вот сейчас посмотрим, что у нас там за окном делается. Беседка вся в снегу. Ой, так красиво снег лежит. Смотрите. Прям как корона. Снега в этом году очень много. Ну, всем пока. Пошла чистить теплицу. Всем хорошего дня.